Играющего футбола высшего качества под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Посмотрим на состав Интера. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Футбола высшего качества под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Посмотрим на состав Интера. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Футбола высшего качества под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Посмотрим на состав Интера. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Футбола высшего качества под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы будем считать, что они уверены в своих ресурсах. Посмотрим на состав Интера. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда.